Доброго дня. Новостей почти нет, поэтому буду краток. Сейчас подготовил кованые клиночки для бюджетных бритв. В общем, в итоге из них выйдет в любом случае 6 восьмых. То есть 19, ну максимум 20 миллиметров ширина. По лезвию вот так. Производить их сейчас не имею возможности. То есть куплю для этого деньги. На все нужны деньги. Чтобы сделать какое-то движение, нужны деньги. А чтобы сделать много движений, нужно много денег. Поэтому, когда я начну с ними работать, это будет прямо пропорционально зависеть от того, как будут продаваться бритвы на сайте или не будут продаваться, то есть не будут делаться, вот как-то так. Да, обстоятельства, конечно, да, не из веселых. Раньше попроще с этим было, когда у меня тут запас лежал. Средств я мог просто взять из них и начать делать. Таким образом, у меня на сайте и накопилось там около 200 штук в наличии. Теперь я себе такого позволить не могу. Так что все от обстоятельств зависит пока что. Вот, отвечаю сразу же моментально на вопрос. То есть у меня спрашивали по поводу дамасской стали, что там заточки будут разные попадаться слои металла, и при заточке они будут тоже по-разному стачиваться. Логически вы правильно мыслите. Но тут есть хитрость. То есть это сложно объяснить, но если вы видите всего лишь рисунки два оттенка, это не значит, что здесь всего лишь два разных металла. Дамаск можно по-всякому делать. И способов там около сотни наберется точно. Вот. Вы, например, берете, вот, допустим, темный слой идет там, да? Вот в этом темном слое 2600 слоев, обычно в последних бритвах в среднем. Берете светлый слой, в нем столько же. И травится он по-разному, потому что... То есть так задумано. Пакеты куются, как объяснить, берется большой пакет, второй берется большой пакет. И вот эти два пакета отдельно куются, потом все это разрезается, все это вместе складывается и уже вместе расковывается. За счет этого происходит смешение металлов и в итоге крупный рисунок. В общем, тут если рассказывать, то надо мне реально вот прямо с утра, как говорится, взяться и до вечера это говорить и говорить и говорить. Только для чего это нужно, в принципе, особо не нужно. Ну, в общем, я думаю, я ответил в общем так на вопрос. Сейчас попробую показать то, что у меня со шкатулками тут дело, как дела обстоят. Попробуем. Вот, а со шкатулками все тут пока еще тоже в таком состоянии. Ну, вот эта шкатулочка, она, в принципе, готова, она сейчас сохнет под лаком. Вторая шкатулка в заготовках, такая же заготовка из дуба российского. И даже не начинал делать, нету настроения, честное слово. Ну-ка, да, подсохла, теперь я могу ее перевернуть. Как-то установить, чтобы она не грохнулась. Вот так это выглядит сверху. Сделано не то, что бы я хотел. Вот лучше показать с отблеском или как. В общем, все чинно, все ровно, все правильно. Но инкрустация, ну, естественно, для меня ничего не стоит сделать. Ну, как ничего не стоит? Стоит, но как-то уже без особого напряга ее произвожу. А это вот я вставил камушки, привезенные с Крыма. Но с ними была загвоздка, так как все, вот все в шкатулке обрабатывается стандартным инструментом. Камни обрабатываются только на алмазном инструменте. У меня все, конечно, есть и то, и другое, но алмаз не обрабатывает древесину. А весь остальной инструмент не обрабатывает камень. Поэтому пришлось заглубить камни. Они у меня выступали сначала, потом хотел вровень сделать. Ничего не выходит. То есть невозможно все это шлифануть одновременно.
Тут есть только отдельные камни, может быть, как-то изготавливать, там отдельно туда так вот вставлять. И, как говорится, может быть, что-то и получится, если долго мучиться. А так вот сделано, конечно, не так, как хотелось. Не так. И вот только вот эта часть еще не покрыта лаком. Сейчас я ее покрою. Она подсохнет. И шкатулка будет готова. А так, в принципе, остальные бритвки я решил не мучить тут, а отнести их, выложить на сайт. Три из них выложу на сайт в чехлах пока что. И одну вот уже со шкатулкой будет вывешиваться. Хотел для всех шкатулки сделать. Ну, вот честно слово, ну, руки прям не шевелятся. Не хочу. Я, в принципе, вообще любитель по металлу работать. Но... Ладно. Вот, в принципе, все. С новостями-то. Больше сказать нечего. Все, на этом, как говорится, до свидания. Развешу только на Ютубе. ВКонтакте, наверное, там ссылка еще будет автоматически. И все. Больше никаких пока планов. Просто... Ну, нечем вас там порадовать, нечем сказать. Потому что вот все, что я показал, сказал... Вот как сейчас обстоят мои дела на данный момент. Поэтому все, обещал быть краток. До свидания.